Всем привет! Проблема загрязнения лобового стекла изнутри. Снаружи то понятно, там проблем нету, щетки справляются, вытирают. Вы иногда пройдете на мойке, все это убирается. Изнутри стекло также проблема. И, в общем-то, не думал я, что и в новом автомобиле это будет проблема. Понятно, старый автомобиль, который я многое пережил, но второй автомобиль из салона, и я не могу побороть эту проблему. Сейчас при вас буду пробовать способы, потому что, ну, в интернете люди показывают, как реально бороться. Какая проблема, может, кто не сталкивался? В нормальную погоду-то едешь нормально, в солнечную, все. Приходит осень. Проблема запотевания изнутри утром. Знаете вы, и стекло именно в тех местах, где загрязнение, жирными пятнами покрывается. Развозите вы все это тряпкой, протираете обычной микрофиброй, которая не годится для удаления жира с внутренней стороны стекла. Это уже показывает опыт, и не только мой. Трешь, смысла нету. На какое-то время ты протираешь, убираешь вроде бы, но все равно, когда смотришь против солнца, солнце с той стороны светит, эти все разводы видны, вот все равно. Проблема основная какая, когда встречный транспорт светит фарами, и все это вообще стекло, такое впечатление у тебя, что изнутри чем-то покрыто, ты трешь тряпкой, ну да, одного места все это, в общем-то. Сейчас я буду пробовать... Средство. Какое средство? Да, обычный этиловый спирт. 96%. В аптеке купил. Набрал его в распылитель обычный. Посмотрим, как удобно. И тряпки использовать советуют. В общем-то, и жена мне сказала, бери вот эти вот, вот такие. Не микрофибра, а, ну, микрофибра тоже, я не знаю, как они точно называются. Кстати, в магазинах есть, продаются в автомагазинах. Позиционируются они, вот они такие, без ворса, как для стекла. Для стекла, для стекол. Ну и, в общем-то, это не новинка, протирать окна спиртом. Давно уже люди пользуются нашатырным спиртом для лучшей отмывки стекол, для обезжиривания. И, в общем-то, нашатырный спирт и вообще какие-то спирты используются в составе вот этих вот всех брызгалок, пшикалок, средства для ухода за стеклом. Пробовал различные, кстати, средства. Мистеры, мускулы, вся эта фигня. Забрызгиваешь все изнутри, трешь. Еще вы знаете, какое здесь удобство попадания всего этого. Вот нифига, оно все растягивается. Эффекта нету никакого. Давайте попробуем нанести. Можно на тряпку налить, понятно, спирта. Ну, просто не хочу залить торпеда, поэтому буду пробовать это все вот таким вот образом. Есть, запах пошел. Отлично. Ну, понятно, что это сразу... Нет, оно сразу видно, как обезжиривается стекло, и вот эти все разводы уходят. Понятно, что против солнца не проводите эту процедуру, стекло будет горячее, и спирт моментально будет испаряться. Он и так сейчас испаряется, хотя на улице прохладно. Тряпку, я не скажу, что тряпка грязная, тряпка чистая, потому что я прошел перед этим, стекло у меня чистое, но вот видно даже границы того, где стекло чистое уже от спирта. Спиртом обезжиренное. И где стекло еще не обезжиренное. Реальная проблема, и я буду рад, если я ее... Ну вот, уже тряпка не скользит по стеклу после обезжиривания, а тянется за стеклом. Жира уже, стекло уже не скользкое становится. То есть эффект как бы сразу уже чувствуете. Ну как бы дальше прослежу за этой ситуацией, но... Эффект виден, вот я сел, сразу и проявляются те места, начинают дышать в холодном автомобиле, и проявляются те места, где жир. Сейчас я протер, этих мест нету, ну дальше буду следить. Ну и заодно дезинфекцию вот автомобиля проводим. Сразу приятный запах появляется в авто, очень все классно. Можно протереть зеркало, и можно протереть и
боковые стекла также изнутри, именно спиртиком. Все классно, на пластик даже если что-то попало, да ничего здесь и не попало. Все отлично. Поэтому пробуйте также у себя, без фанатизма, аккуратно, не разливайте спирт по всему автомобилю. На ненужные места также его не наносите, но я думаю, что ничего страшного не будет. А вот победить вот этот эффект жирного стекла, я надеюсь, у меня получилось. На сегодня все. Вы пишите свои комментарии под видео по этому поводу. По поводу Хавала, вот автомобиль Хавал. Плейлист целый есть. У меня китайский автомобиль, кому интересно, может кто зашел первый раз на мое видео, на мой канал через этот Хавал. Заходите и смотрите. Всем удачи и до следующих видео.